с ложечки порошочка в ноздрю и иду ломать Джонса за Чарльза Сонова. Вот, Коля, вот про что я тебе говорил. Вот. Джонс, ты любишь Сонана так, как люблю его я? Видимо, да. Нет. Точнее, видимо, да. Давай, давай. Не паникуй. Вот так вот. Мы всего лишь выйдем с тобой на распятие. Люблю распятие. Ну, такой. Как бы тут под... Вот он такой, он мне заблочил сразу же мой первый переход, как бы тут уже страшненько. Нет, дружище, давай без этого, прошу тебя. Прав, ну, Коля, прав, конечно. Да, да. Вот, ух. Ух. Это была жесть. Но я потратил кучу выносливости опять, пиздец. Спасибо, что встал. Ты тем самым показываешь мне... Не, только не сюда, прошу тебя. Нет. Да, 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 да. Пока вот не вольешься, силу не почувствуешь свою. Вообще не лезь туда. Блядь, да ты заебал как... А? Ну, у тебя же там время написано, правильно? Куда ты какой-то невнимательный. Бля, какой ты потный чувак. Нет, тупо по воздуху, я сейчас столько... Все, расслабились. Чувак, ну отстань ты. Жесть вообще. Он кринчил еще. Нет, нет, Сонан, не сдавайся. Не сдавайся, Сонан. Нет. Не успел. Ну как ты успеваешь, блочи, чувак, ты лютый. Пизда, внутренности уже нету. Но мы все равно проходим. Хоть куда-то, блядь. Фу. Блин. Может, он что-то мне говорит, а я не слышу, потому что звук только на чат стоит. То я слышу там какой-то смех или это за улицей. Привет, чувак, если что. Люблю ее и все. Не уважаю Mortal Kombat и Саны. Нет, друг. К сожалению, ты заставляешь тоже попотеть меня. Но, блин, не настолько сильно, как ты потеешь. А тут не получилось. Нет, у него получилось. Что это такое? Это снова игра внизу, друг мой. Ну, как я тебя аккуратно положила, прям с любовью. И прям уходить оттуда не хочу. Нет, не полезем туда снова. Мы ждем коленочку от тебя. Поэтому, ох, как мы сыграли, а. Ох, как мы сыграли. Это так красиво, боже мой. Сейчас кончу, как это круто, блядь. Это будет все записано. Снова идем вниз, друг,
Извини, я знаю, я тебя заебал. Прости. Но пора бы уже с тобой разобраться в конце-то концов. Но ты не хочешь, видимо. Я понимаю тебя. Нет. Нет, я видел этот удар, и это тоже видео. Нет, это я видел по-другому, если честно. Да, очень тяжело, Коля. Он меня куда-то ведет, на кимуру, что ли? Да, да ну нахуй. Да ну нахуй, дружище. Два выхода, серьезно. Бля, вообще. Все четенько сделал. Хладнокровие, да? Ух уж ты, Санда, доброе хладнокровие. Вот так вот. Нет, заблочил. Надо сесть. Нет. Кручусь уже от этого пороха. Настолько он сильный, да. Ну, это Альфа ПВП. Так, если тебе интересно. Если ты ФСБшник. Чем прекрасны UFC 3? Тут не предугадаешь ничего. Нет, предугадать-то можно, но иногда бывает просто за 7 панков в пятом раунде с одного удара. Боже. Почему ты бросаешь и встаешь сразу? Почему ты не хочешь закончить? Вот тогда вот такую комбинацию попробуем. И как тебе сразу в топ-маунт, короче? А, да ну нахуй. Я даже в ту сторону пошел вовремя. Вот. Мы с тобой тоже поиграем. Не паникуй, помнишь? Главное не паниковать. Оп. Вышел, красава. Ну не отсюда. Извини, друг. Это потный бой. Но он еще не закончился. Я что-то рано распиздился тут. Обжег, там выносливости поменьше. И ты не знаешь, что делать. И ты не знаешь, когда что делать. Он в партере как бы выходит, он все может. И стойку он мою просчитал. Угу. Я бы, если честно, с удовольствием бы пожил до очков. Но ты так смотрю не хочешь. Кстати, хочешь прикола? Я чемпион. Вот если не понимаешь все, если не нравится, не бери его. Нет, опять твой кимура. Опять двухшаговая. Ты же понимаешь, что ты в любом случае где-то да опустишься. Почему? Почему? Почему сын такой не был очищен нихуя? О, всего-то минута осталась, прикинь. Это было недавно 3. Я так боялся, что не доживу. А теперь чувак уже переживает, наверное.
Хотя нет, у него все под контролем, как всегда. Но мы обратно идем сюда, извини. И обратно в распятие. Я тебя раньше так не делал, чтобы ты думал, что все чики-бомбони, а эта многоходовочка вышла. А ты раньше сюда не выходил, но мы тогда раньше вышли бы сюда. Вот, это называется круговорот распятия. И сейчас бы снова на него вышли. Это моя тема, это я придумал. По очкам. Даже интересно, кто выиграет. Блять, я проебал, прикинь. Проебал.